Обращение к губернатору области Цивилеву Сергею. Обратите, пожалуйста, внимание на администрацию города Новокузнецка в Орджоникидзевском районе. Уже на протяжении какого времени длительного указываем на недостатки в очищении тротуара проспекта Шахтеров, где работы не выполняются или выполняются частично. Посмотрите, что они пишут. Они врут постоянно. Они пишут, посыпается тротуар. Работы по очистке тротуара будут продолжаться. И обманывают, что на указанной территории пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой. Ее там никогда не было. И в последнем видео, которое им они посмотрели, прислали вот такой вот ответ. Пешеходы могут беспрепятственно передвигаться по тротуару. Как по нему передвигаться? Там каша кашей. Там ходить страшно. Примите меры. Закидали весь тротуар снегом, разворошили его. Ходить невозможно. И не выбирают. Неоднократные обращения в администрацию города. Проблему не решает. Это Орджоникидзевский район, Новокузнецка, Новобайдаевка. Проспект Шахтеров. Вернее, его тротуар. Никогда не чистился он здесь. Вот такие здесь колеи. Шахтеров 20. Здесь ступеньки страшенные. Администрация района не реагирует на просьбы граждан, чтобы им очистили тротуар на проспекте Шахтеров. Сараешка у нас тут забуксовала. Это к тому, что как тут тротуары и дороги чистятся. Они тут вообще не чистятся. Никогда не чистились. Шахтеров 26. Шахтеров 24. У нас как водится? Зима у нас приходит неожиданно, со снегопадами, с какими-то. А потому что неожиданно. Сейчас весна пришла. Вы не поверите, тоже неожиданно. Как переходить? Это больница. За этими сугробами. Пойду обходить. Не зря мы здесь хотели. Одним начальником с администрации. Смотрите, как прогребли. И туда. И сюда. Хоть боком катить.
здесь не стали чистить вправо к школе. А вот тут я говорил, показывал им, что здесь вообще ни раз не чищено. Трактор проехал. Ну как он проехал? Сейчас мы посмотрим. Да я отсюда вижу полпути. А все остальное потом. Может быть, когда-нибудь половину. Все. Хватит. Дальше не стали чистить. Коты прилетели. Чё там, хорошо тебе? Удобненько. Помочь слезть или сам спустишься? Не-не-не-не-не, сиди лучше. Ты мне не нужен. У меня дома такой. Чё, не слезешь? Пойдем. Айда сюда. Тихо-тихо-тихо. Айда. Не боись, пошли. Держись. Айда, айда скорее. Слаж. Вот твоя рыба. Трескай. Тебе же принесли. Налетай. Иди рыбач. Котя, пока. Парковка. Нормально. Шолоховать 5. Это поликлиника. Рядом прилип Шолохова 7. Ну а тут, ну тут как всегда, как обычно, пешеходный переход. Значок надо поменять на пешеходный переплыв. Пойду опять в обход.